Годичная студенческая конференция Института медиа, рекламы и кино прошла 5 мая в Российско-Армянском университете. Я желаю вам удачи, хороших выступлений, креативных. Главное, ваше воодушевление, ваше внутреннее творческое состояние. Удачи вам под руководством наших вот уважаемых Натальи Львовны и Ивака Павловича. На конференции приняли участие студенты и магистранты кафедры журналистики и рекламы. Были представлены такие темы докладов, как журналистика деятельности по сохранению природного наследия, культурные телепередачи на армянском телевидении, конвергенция и особенности мультимедийных жанров и другие. Отметим, что все заслушанные доклады будут опубликованы в сборнике годичной научной конференции.